Всем привет! Почти все контейнерные площадки Москвы готовы к раздельному сбору мусора. Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее расскажу прямо сейчас. Как сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства, на данный момент брендировано свыше 22 тысяч контейнерных площадок. Планируется, что к концу года площадки будут полностью укомплектованы. Во всех дворах будут стоять синие и серые емкости для перерабатываемых и смешанных отходов, цитирует в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Система раздельного накопления отходов позволит увеличить объемы и качество направляемых на переработку полезных компонентов твердых коммунальных отходов. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!